Всем привет. А у нас тут у Кузьки настроение хреновое. Да что ты? Да что ты? Ага. Ты не с той лапы встал? Да? И не надо на меня подрыкивать. И волком смотреть не надо. Да? Прям так вот, да, Кузь? Да? А в лоб? А в лоб хочешь? Иди сюда ко мне. Иди сюда, Кузя, ко мне. Ну, что в таких случаях делать? Надо отвлекать внимание, ребят. Потому что я понимаю, в принципе, я могу ему в лоб дать. Но я, конечно, не хочу этого делать. Гулять пошли. Пойдем. Значит, на холодочек, да, Кузёк, да? Да. Вот так вот. Вот такие мы мягкие, пушистые. Да, Кузь? Да. Вот такие мы, кавказцы. Все прошло? Ну, остынь, остынь. Угу. Это благодарность твоей, Кузе, за вкусную кашку, я поняла. Угу. Угу. Я еще, скажи, не решил. Но что-то я решил сегодня на тебе порычать, мам. Угу. Вот так вот. Кавказец. Погулял? Нет, не погулял? Настроение сразу прибавилось, да, Кузь? Настроение хорошее, да? Да, да, просто хорошее. Кузенька, сидеть. Сидеть, зая. Да подожди, ну Кузь, нам надо видео снять. Кузенька, подожди, сидеть, зай. Да подожди, кашляешь. Да я вижу, конечно, кашля начался. Кузька, сидеть. Кузя, сидеть. Да, ну давай лапу. Все, нормальненько, все прошло, да? И настроение хорошее. Все, мам, ну бывает, ну что делать? Да, просто я понял. Я понимаю, что с тобой нифига ничего не пройдет. Да. Да. Вот, и глазки сейчас все вытлем. Все. А носик какой холодненький. Прям вообще. Ой. Так что все, настроение прибавилось. Все хорошо. Да, Кузь? Ой. И ухо надо почесать. Ты моя зайка. Да. На морозе посидел, и как хорошо. Все, все сразу в норму пришло. Да, Кузька? Мы не зая. Воспитательный процесс прошел успешно. Да? Ну, грейся. Всем пока. Да, все у нас хорошо. Опять мир, дружба, батька.